Хлебнул я опыта такого, такие виды я видал, что Путин, говоря со мною, и тот приметно увидал. Я правду беспощадно резал словами, что острей ножа, и бойкий говорун Медведев бледнел и ежился дрожа. И стоило простым рабочим чуток поговорить со мной, как раздавался крик: «Учитель, веди скорее в мир иной, где нет буржуев и работы, и тягостных семейных пут, и где уже неразделимы наш дух и вечный абсолют. Но говорить мне надоело, с людьми все будет как всегда, и после первых озарений возобладает суета. Медведев с Путиным забыли среди забав свой высший долг, рабочие погрязли в пьянстве, а я навсегда умолк. Я не грущу превосхождение в мою мистическую высь, я и без множества ведомых легко сумею обойтись. Сейчас еще стаканчик выпью, за ним пивко отправлю вслед, ну а потом опять полезу на свой сияющий Тибет».